поздравляю вас с наступающим 2013 годом. Желаю вам счастья, радости, здоровья, успехов в труде и потрясающих идей в творчестве. Желаю вам и вашим семьям всех Божьих благ. Особенно же желаю вам любви, любить и быть любимыми. Я вас очень сильно люблю. Я благодарен вам за то, что вы были вместе со мной в этом году. Благодарю вас за ваше внимание и за вашу поддержку. Я также благодарен Господу за то, что вы у меня есть, такие замечательные друзья. За то, что у меня есть такая прекрасная семья, мои родные и близкие, особенности же мои, бабушка, папа, мама и сестренка. Я благодарен Господу за то, что Он всегда со мною. Хочу попросить у вас прощения за то, что кого-то обидел, кому-то проявил невнимание, кому-то причинил боль. Простите меня, пожалуйста. Пусть в Новый год мы войдем с чистым сердцем, с хорошими мыслями и с мечтательным настроением. И пусть наши мечты и планы мы отдадим в заботливые и любящие руки Господа, который постоянно заботится о нас и у которого есть хорошее намерение о каждом из нас. Также хочу поздравить вас с наступающим Рождеством Христовым и пожелать, чтобы в сердце каждого из нас родился Иисус Христос, Его характер, Его любовь. Как прекрасно, как замечательно и удивительно, что Сам Творец Вселенной и Земли, людей, родился в этот мир в образе младенца для того, чтобы спасти нас, искупить человеческие грехи. Теперь у нас есть ходатай, и нам может быть не страшен великий суд, который предстоит каждому человеку по прошествии жизни. На этом главном суде наш ходатай Господь Иисус Христос. И в этом радостная надежда всех верующих людей. Я благодарю вас за то, что вы у меня есть. Без вас я не мыслю своей жизни. Я вас очень сильно люблю. И желаю вам всего самого наилучшего, потому что вы у меня самые лучшие.